Я эту песню очень давно не пела. Вам спою с удовольствием. Знаете, за что? Как ни за что, просто так. За то, как вы меня слушали весь концерт, и за то, за ваше восприятие. Ну, я вам тоже не просто так Вертинского спела. Это вообще, вот вообще. Песня очень редко ее... Я не помню, есть она на... А, есть на альбоме, точно, она есть на альбоме Лена. Но в таком варианте, в котором вы сейчас ее услышите, ее нигде на альбомах нету. Это вот там придумала я, а вот то, что вы сейчас услышите музыку, ну, аранжировку, это придумали сами ребята, каждый, кто здесь присутствует на сцене. Песня называется «Лена». Thank you.